Самым большим преимуществом программы Erasmus для наших студентов является так называемый перевод кредитов. Студенты, которые находятся за границей по программе Erasmus, ничего не теряют за время обучения там. Уроки, пройденные в заграничном университете, признаются нашим университетом и вписываются в их зачетные листы. В этом смысле студентам, уезжающим за границу, не стоит беспокоиться по такому вопросу, как «Будет ли продлен срок моего обучения?». Вдобавок, наши студенты, которые уезжают за границу в рамках программы Erasmus, не платят за обучение в иностранном университете. Они должны оплачивать только сбор в университете, в который они зачислены главным образом, если обучение платное. Еще одной положительной чертой программы является то, что другие стипендии или гранты наших студентов не урезаются в период обучения по программе Erasmus. Наш университет пользуется программой Erasmus 2004 года, то есть с тех пор, когда наша страна была включена в программу Erasmus. А на данный момент он имеет более 400 соглашений с европейскими странами. С 2014 года можно осуществлять деятельность по программе Erasmus также и с неевропейскими странами, которые мы называем партнерскими странами. Наш университет приложил большие усилия в этом направлении, и сегодня у нас более 300 студентов, обучающихся по программе Erasmus за пределами Европы. Кроме того, наш университет, активно использующий эту программу с 2004 года, предоставил множество примеров эффективного пользования. Например, один из них – система совместного проживания. Благодаря системе совместного проживания мы предлагаем прибывшим в наш университет программе Erasmus студентам совместно снимать квартиры с учащимися у нас местными студентами. Помимо этого, у нас есть система, которую мы называем система друзей или товарищеская система. Мы назначаем студента-приятеля, то есть товарища, и студента-наставника каждому прибывшему студенту. Что входит в обязанности наставника? При поддержке нашего офиса студенты-наставники периодически встречают студентов по обмену Erasmus в аэропортах Стамбула и Анкары по прибытии и сопровождают их в наш университет. Другой пример эффективной практики – это множество различных мероприятий, которые мы разработали с Erasmus Club или, как его еще называют, ESN Anadolu Club. Студенты, которые приезжают в наш университет по программе Erasmus, участвуют во многих экскурсиях, таких как поездки в Каппадокию и Анталию, и к тому же принимают участие в культурных мероприятиях. Студентам, которые будут учиться в нашем университете по программе Erasmus и другим программам обмена, я хочу сказать «Добро пожаловать домой». Thank you.